Всем привет, с вами Темно Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Так, продолжаем играть легенду о рунических песнях. У нас с вами второй вызов. Поехали. Так, наша с вами задача вроде как состоит в том, чтобы убить Бозеля и Крюгера, но на самом деле тут все очень сильно даже запутано. Наша с вами задача, здесь у каждого из наших героев есть резонанс. У него КД 20 ходов, то есть нам надо как можно быстрее этот резонанс откатить. Вот. Естественно, у всех троих это придется сделать, чтобы этот резонанс нам дает типа повторный ход. Вот. И нам нужно будет вот этот вот ритм, мастер ритма. Как только используешь резонанс, начинается вот этот мастер ритма накапливаться. И нам нужно будет с вами 5 таких стаков набрать. После чего у нас призовется с вами джаглер. И он уничтожит всех врагов. То есть наша задача с вами максимально выживать до резонанса. Желательно какому-то одному персонажу как можно побыстрее открыть резонанс. И уже действовать остальными, просто давать ему повторный ход. Пусть это будет Эльвин или кто-то из этих двух девчонок. Вот, потому что, ну, как бы, нельзя здесь, как бы, стопроцентную тактику подобрать из-за того, что враги действуют хаотично. То есть, первый раз они у вас могут просто взять и все бить в одного персонажа и просто его убить. Вот, то есть, как бы, здесь вот такие вот дела, поэтому, ну, как-то вот будем пытаться пробовать. Надеюсь, получится с первого раза. Поехали.
Значит, у нас идет совокупность очков. То есть не обязательно, чтобы у одного было 5 стаков, а может быть просто у каждого по несколько стаков. И как только 5 собирается, призывается джаглер. Видимо, так это работает. Потому что у меня у Элла 4 очка было, а у Зериды 1. Ну вот как-то так, ребят. Надеюсь, кому-то будет полезно. Не с первого раза у меня это все получилось, конечно. Надеюсь, у вас это будет быстро. Получится все это сделать. Ну, а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.